Глава первая. Насредин дома. Загадочный стук. Однажды из комнаты Хаджи Насредина раздался громкий стук. Услышав его, жена в испуге бросилась туда. Насредин, что случилось? С вами все в порядке? Извините, моя дорогая, если я напугал вас. Не о чем беспокоиться. Это всего лишь мой чапан упал на пол. Как всего лишь чапан? Столько шума от чапана? Ну, конечно. Так в чапане-то был я. Грабитель. Была поздняя ночь. Хаджа Насреддин и его жена уже легли спать. Вдруг жена прошептала: Насреддин, я слышу, как в доме шныряет грабитель. Тсс, не шумите. В доме нет ничего, что он мог бы украсть. Но если нам повезет, то, может быть, он забудет какую-нибудь свою вещь. И тогда она достанется нам. Веревка для белья. Однажды в дом Хаджи Насреддина постучался сосед. Ассаламу алейкум, уважаемый. Не одолжите ли мне вашу веревку для белья? Извините, сосед, но я сейчас использую ее сам. А для чего же? Как для чего? Чтобы сушить муку? Послушайте, Насреддин, что вы такое говорите? Как можно сушить муку на веревке? О, это не так сложно, как кажется. Особенно, если не хочешь кому-то одалживать свою веревку.